самый задорный зимний праздник. День снега прошел на лыжной базе. В программе праздника и традиционный конкурс снежных фигур, и самые популярные зимние забавы. Соревнования по кёрлингу и брумболу. Конкурс на самый длинный спуск с горы. Футбол в валенках и баскетбол на снегу. Смотрю, с году всем говорю, знакомьтесь, маковки. Так необычно и креативно дети-воспитатели и родители детского сада номер 16 защищают своих снеговиков, которых они вместе слепили накануне праздника «День снега». Идея создать семью Марковкиных родилась не случайно, а 2024 год – год семьи. А это значит, что в этом году все будет посвящено теме сохранения семейных ценностей. Было трудно понять, как из одного куба сделать сразу, ну, троих, целую семью, потому что куб был единый монолит, а идея у нас была немножко другая – сделать их по отдельности. Вот. Но когда пришли, уже сразу сориентировались, что нам делать. И очень дружной командой мы стали вырезать, налеплять. Кто-то носил воду, кто-то подсказывал идеи. Все отходили, смотрели, как художники. Вот. И затем уже быстро-быстро украшали. Каждый гость на празднике смог найти себе занятие по душе, принять участие в соревнованиях по баскетболу в валенках, поесть на скорость пельмени, попробовать себя в роли кёрлингистов, а также поучаствовать в интерактивных играх. Погода хорошая, много всяких игр и забав. Мне кажется, это интересно. Молодежи интересно, взрослым интересно. Праздник для детей, для взрослых, правда, праздник. Здесь очень весело, люди дышат воздухом свежим. Нам все очень нравится. Да, нравится. А что нравится больше всего? Ну, мы вот сейчас играли в футбол в меня. Вот, наша команда победила. Вот, и моя группа еще лепит снеговиков. Красивые фигуры, красивые, понравились. Музыки много, весело. Также на празднике все желающие смогли покататься с горки на ватрушках, насладиться вкусным чаем и глинтвейном. Эстафету праздника «Дня снега» приняли стадион «Икар» и Ледовый дворец, где гости смогли с ветерком покататься на коньках. Сноутюбинги, или как их называют в народе, ватрушки, пользуются большой популярностью у приверженцев активного зимнего отдыха. Вот только на крутых склонах ватрушка развивает огромную скорость и становится неуправляемой. Как правильно кататься на сноутюбинге, чтобы отдых закончился не на больничной койке? Снежная зима – большой соблазн для любителей кататься со стихийно образовавшихся гор на ватрушках. Сноутюбинги – наиболее опасное приспособление для зимних забав. Ватрушки могут развить большую скорость и стать неуправляемыми. При несоблюдении техники безопасности растет травматизм, причем нередко с серьезными последствиями для здоровья и угрозой жизни. Нужно помнить, что многими любимые надувные сани не так безобидны. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при катании с горы. Перед катанием проверьте целостность ватрушки. Ее дна, ручек, швов и внутренней камеры. В противном случае ватрушка может разорваться. Также следует обратить внимание на место для катания. Лучше всего выбрать для этого специально оборудованные трассы. Также не следует кататься и во дворах, на ледяных горках и по наклонным улицам. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Трассы для катания готовят с лета. На лыжной базе имеется два спуска для сноутюбов. Спуски у нас подготовленные, то есть это в течение летнего, осеннего сезона горки готовятся, выравниваются. Также ежедневно по горке проходит ретрак для того, чтобы не было ледяных бугорков или каких-то других препятствий, чтобы без проблем, без травм можно было спокойно спускаться с горки. Крайне опасно привязывать тюбинг к бамперу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь спускаться с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. Прежде чем начать спуск по трассе, осмотрите ее. На ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Внизу должно быть достаточно места для торможения. Идеально использовать для катания специальные средства защиты. Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу. Нельзя связывать тюбинги между собой. Не пытайтесь лежать, вставать или прыгать на ватрушке. При катании крепко держитесь за ручки и ни в коем случае не тормозите ногами. Тогда соблюдение простых правил безопасности убережет вас от травм и принесет только удовольствие от зимней забавы. Не катайтесь на сноутюбинге вот теперь или при небольшом снежном покрове, так как ватрушка может резко затормозить, а при сильном обледенении горки можно получить травмы. Присматривайте за детьми и не отпускайте их кататься на надувных санях одних.
Сарове стартовал социальный проект для тех, кому немного за. Женщины старшего поколения получили возможность заниматься функциональной гимнастикой и выступать на сцене с танцами народов мира в рамках проекта «Саровское долголетие». Идея создать социальный проект «Саровское долголетие» у Галины Сайгушевой появилась год назад. Откладывать ее реализацию в дальний ящик женщина не стала. Сначала открыла группу по оздоровительной гимнастике для людей старшего поколения, а потом уже создала ансамбль «Красивый возраст». В ансамбле у нас занимаются женщины разных возрастов, но это в основном именно старшее поколение. Проект рассчитан именно на них для вовлечения их в социальную и культурную жизнь нашего города, ну а также для общения внутри коллектива, полезный, интересный досуг. В коллективе занимаются более 20 человек, разучивают различные танцы – цыганские, народные, испанские и другие. В планах у руководителя коллектива развивать проекты и проводить семинары. Уже в этом месяце для своих подопечных Галина Сайгушева проведет первое занятие по изучению русского народного костюма. Данный проект, он вовлекает людей старшего поколения не только в социальную жизнь, он показывает молодежи, как можно и в более зрелом возрасте жить активно, интересно, не поддаваться унынию, не поддаваться какой-то тоске, заниматься любимым делом, несмотря ни на какие жизненные сложности и трудности. Ирина Николаева начала заниматься в коллективе «Красивый возраст» с самого его основания. Женщина признается, что давно хотела попробовать себя в роли танцовщицы. Здесь Ирина приобрела много новых знакомств и научилась красиво двигаться. Танцы – это искусство. И танцы – это универсальный язык, которым можно передать настроение, можно передать свои чувства, идеи. Это одно. Танцы – это физическая подготовка, это само собой. Это координация движений, это осанка, это выносливость. Много. Про физическое можно говорить отдельно. Социальная активность, естественно, в танцах есть. Сейчас коллектив «Красивый возраст» готовится к своему первому конкурсу, который пройдет в Арзамасе в феврале. В марте они выступят на фестивале танцев народов мира. А уже в апреле покажут, чему научились за год на отчетном концерте. Стать участником коллектива просто. Достаточно прийти в студию на Курчатова 3, кабинет 301, или написать ВКонтакте Галине Сайгушевой. В спортивной школе «ИКАР» новый тренер по баскетболу. Николай Бодрухин раскрывает своим воспитанникам все секреты своего мастерства. Как вести мяч, сохранять его от соперника и, главное, как метко попасть в корзину. В спортивной школе «ИКАР» 11 видов спорта для детей и взрослых. Среди них есть и командные игры. Баскетболом интересуются и младшие ребята, и подростки, и старшеклассники. В этом учебном году у них появилась возможность заниматься с новым профессиональным тренером – Николаем Бодрухиным. Николай завершил спортивную карьеру и решил в качестве хобби научить детей мастерству. Еще на первом занятии он понял, что ему действительно интересно это дело. А его миссия – показать школьникам ценность здорового образа жизни и спорта. Так как баскетбол – командный вид спорта, это еще и коммуникация, это взаимодействие между спортсменами, что, в принципе, им очень пригодится в будущем. Самое важное, что они вынесут из этого зала – это дружбу, это поддержку, братское плечо, и что будет им способствовать в дальнейшей жизни и помогать. Физическое развитие для школьников очень важно. Но как заинтересовать их спортом и в то же время не отпугнуть серьезным подходом к учебно-тренировочному процессу? Николай не начинает свои занятия со сложных технических элементов и неповторимых тактик. Он помогает ребятам постепенно влюбляться в спорт. Он, в первую очередь, должен адаптироваться. Второй момент – начать получать удовольствие от этих рутинных моментов, где мы работаем где-то над дриблингом, где-то над взаимодействием. И уже в процессе этой работы ребенок начинает постигать, соответственно, саму игру и получать от нее удовольствие. На тренировках у Николая Бодрухина ребята внимательно слушают все указания педагога, запоминают технику выполнения упражнений, стараются ловко перемещаться, высоко прыгать и метко бросать. Таким образом, поставили себе цель стать хорошими баскетболистами и упорно к ней идут бок о бок с наставником. Мне очень нравится баскетбол тем, что это, во-первых, командная игра,
И это не просто вот ты взял мяч и побежал и занес корзину. Это нужно думать свое каждое движение, продумывать в защите свои действия. Тут не просто бегаешь с мячом, тут нужно соображать. Один хороший человек сказал, баскетбол – это легкая игра для умных. В конце этого месяца начнется набор детей дошкольного возраста в секцию баскетбола на коммерческой основе. Тренировки будут проходить по субботам и воскресеньям. А со следующего учебного года первоклассники тоже смогут заниматься этим видом спорта.